Всем привет, ребята! Дальнобой по Америке. Добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. Ну вот, видите, я сейчас еду возле океана. А ну-ка, сейчас посмотрим, какой воздух. Ой, какой свежий воздух, какая благодать. Вау, как здесь красиво. Вот, видите, я еду на большом траке, на грузовике таком огромном. Так что, вау, какая красота. Это одно из моих любимых мест. И я бы вам хотел его тоже показать, чтобы вы посмотрели вместе со мной. Мы будем приближаться к городу, который называется Санта-Барбара. Это тоже один из известных городов, знаете, мировых таких, город Санта-Барбара. Там в основном живут богатые люди, очень богатые люди, я бы сказал. Вот, видите, как бы, ну... Да, это Калифорния, кто не знает. Вот, видите, даже на GPS-ке, видите, показывается и океан с левой стороны. Вот я вам хочу показать океан, вот видите там. Также, вот видите, такой мой большой трейлер там находится. И этот трак, на котором я сейчас еду, это трак 2013 года. Он на автомате. Вот видите, то есть как бы для меня очень удобно ехать. Ну и вообще не заставляет много силы тратить. Вот видите. Там тоже такой прекрасный океан. О, как мне это нравится. Я сейчас открою окно. Извините, может будет чуть дуть. О, какой свежий воздух. Ой-ой-ой, как хорошо. Это вообще, это оживляет. Океан оживляет. Здесь горы. Супер. Я, кстати, еду, делаю деливери в компанию, которая находится буквально, может, полмайла от океана. Приблизительно около полмайла до океана она находится. Так что как бы... Еще раз, это я нахожусь в Калифорнии. Еду по 101-му фривею. В город, который называется Лампок. Город называется Лампок. Вот видите. Конечно, не всегда такие пейзажи. В основном Америка это большая, как бы, ну, в основном это большая пустыня.
И как бы пустыня есть пустыня. Это, конечно, красота сейчас. Просто я не выдержал, чтобы с вами не поделиться. Не выдержал. Ну, как я и сказал, я буду проезжать Санта-Барбару. Такие, знаете, огромнейшие и знаменитые, богатейшие места. И хотел бы вам тоже показать все это дело. Так что сейчас будем уже скоро проезжать. Люди катаются на лодках. Прямо хочется вылезти из трака, остановиться. О, вау, видите, там кто-то на траке остановился. Вау. Смотрите. Там трак-драйверы тоже останавливаются. И видно, гуляют возле океана, балдеют. Вот видите, там какие домики стоят. Такие... Как бы мне очень нравится это Санта-Барбара, очень нравится. Там очень красиво, и вообще океан очень красивый, там все очень красивое. Эти пальмочки. Тут, само собой, очень развита как бы этот как-то называется. Ну, растут фрукты, овощи, вот это вот я забыл. Agriculture. То есть, забыл, как она называется. Извините за мою такую бедную речь. Да, я, кстати, тоже заметил, что у меня речь бедная. Видите, я что сделаешь? Я приехал сюда, мне было 17 лет. В школе учился, видно, на двойке. Так что, вот, как говорится, и результат. Ну, уже ничего не поделаешь. Вот видите, какой красивый берег. Сейчас попробую приблизить. Видите, какой красивый берег. Очень такой... Океан очень обалденный. Сейчас как там будет красиво впереди. Вот видите. Мост такой красивый. Идет к какому-то острову. То есть, да, вот и Америка. Вот это вот Америка, которую все хотят
так сильно попасть. Ну, может, не все, но очень многие хотят так сильно попасть. Америка хорошая страна. Грех жаловаться. Так что как бы жаловаться не будем. В Америке, если умно и правильно жить, все будет хорошо. И очень даже хорошо будет. Видите, какая красота, какой красивый океан. Сейчас попробую еще раз приблизить для вас. Велосипедисты здесь ездят. Кстати, здесь очень развита вот эта вот велосипедные такие спорты. Вот домики стоят такие, знаете, обычные, но очень дорогие. Потому что эта эрия, она очень-очень дорогая. Я вообще счастлив, что я здесь еду. Мне очень океан нравится. Он меня прямо делает живым. Прямо он меня оживляет. Видите, какие у нас такие машины на электричестве. Называется Тулса, или как она называется? Полностью электрические машины. Хочу дотянуть до Санта-Барбары. Показать вам Санта-Барбару. Видите, еще один трак запаркованный тоже. Ну он поломался, видно. Ну, что сделаешь? Бывает с каждым. Сейчас уже будет туман. Вот видите, какая здесь такая вот долина такая. На
надо подышать свежим воздухом. Сейчас, одну секундочку. О, а то я голодный на океан. Как хорошо. Как хорошо, это же вообще, это благословение на океане так побыть, проехаться возле океана. Сейчас будем проезжать тоже город или такое место, которое называется Санта-Клаус. Там вот богатые люди понастраивали себе домов возле океана. Да, в Америке легко иметь обычные вещи и жить нормально. Но вот стать таким очень богатым человеком, это трудно. Таким очень-очень богатым. Даже в Америке это трудно. Вот видите, американский флаг там. Сейчас мы тоже вот едем прямо возле океанчика. Вот видите, там домики стоят. Пальмочки растут. Тут также мексиканцы работают на полях. Тут много еще полей. Погода идеальная вообще. Идеальная погода.
здесь как бы эту идеальную погоду американцы правильно используют. Растят, выращивают разные вещи. Да, тоже, наверное, выращивают уже поколениями. Не просто там, а поколениями выращивают. Вот видите, здесь вот это вот Калифорния. Март месяц. Вот видите, это в марте такой вот. Кстати, вот для дальнобойщиков в Калифорнии очень хорошие мосты. Мостов низких нету, как, например, в Нью-Йорке. Есть такие мосты, которые, если не заметишь, то можно вообще как бы повредить себе трака, сделать аварию огромную. Видите, красота. Показываю вам свой экспириенс. Делюсь с вами. Это вот видите, траковая GPS. Я ее тоже недавно купил. Перед тем, как выезжал в рейс, купил ее. Стоит $450. Она хорошая GPS, знаете. Надо иметь хорошую GPS, если особенно работаешь на траке, потому что специальные дороги для траков тоже предназначены. Нельзя ездить там, где хочешь. Так что надо вот по этой GPS очень легко ехать. Ну хорошо, ребята, вот мы и наверное до Санта-Барбары не дотянем этот раз, но ничего, я вам засниму Санта-Барбару, просто этот раз, видно, не дотянем. Ну ладно, я, наверное, когда буду проезжать через Санта-Барбару, я еще раз сниму видео, чтобы вы посмотрели Санта-Барбару. Да, ну хорошо тогда, все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всего хорошего, и до новых видео. До свидания.